Коллеги, всем привет! Хочу вам показать, как мы делаем заказ, личный заказ на сайте компании. У нас немножко поменялся дизайн сайта, поэтому показываю вам. Смотрите, заходим сюда, mdmreclaim.com, нажимаем на человечка, пишем свой номер консультанта, свой пароль. И заходим. Так. И заходим в свой личный кабинет. Сейчас откроется. Смотрите, когда вы заходите, вам сразу открывается информация о новой компании по приглашению. Обязательно прочитайте, это важно, это подарки для вас. Дальше, тут ваше имя, фамилия будет. И смотрим меню. Когда мы хотим что-то заказать, сейчас я попробую поменять на русском, потому что делаю видеоурок для людей, которые на русском говорят. Попробуем. Вот, отличненько. Вот, смотрите, тут меню «Покупай», да, и нажимаем сюда, сразу видим каталог. Каталог. Нажимаем, вот, можем сюда нажать, открываются все текущие каталоги, плюс есть возможность посмотреть следующий каталог. Мы будем листать сейчас текущий. Вот, открыть каталог. И смотрим, что вам хотелось. Да, вот тут есть стрелочка, листайте, выбирайте, что вы хотите, то вы себе добавляете в ваш заказ, к примеру, да, вот хочу пену для ванны, вот, нажимаете на нее, и тут выбираете количество, которое хотите, добавляете в корзину. Это один метод добавления продуктов в корзину. Либо вы знаете код продукта, да, 34106, и вы можете вот через быстрый заказ, сейчас вам покажу еще один метод, да, как через быстрый заказ добавить продукты, если вы уже знаете коды продуктов, да. Вот смотрите, вот тут есть заказы, нажимаете, и вот тут есть быстрый заказ, да, быстрый заказ. И, к примеру, вот тут ставите код продукта, вот, так, и появляется, и тут добавляете, вот, добавляете в корзину, да, это второй метод добавления продуктов в корзину. Дальше. Смотрите тут, обязательно нажимаете «Продолжить». Только на втором шаге вашего заказа вы уже увидите свои продукты с скидкой. Да? То есть у вас у всех есть 20% скидка, вы уже увидите продукты со скидкой. Да? Дальше, смотрите, важно посмотреть, что у вас тут, да, в заказе, если вы правильно количество выбрали, что вы хотели еще, да, обязательно идемте ниже и выбираем доставку, куда вам нужно, чтобы продукты пришли. Если вы живете в Кишиневе, значит, вы можете получить свой заказ в офисе. Выбираете сервисный центр. Вот. Если вы живете в Кишиневе, либо вы приезжаете в Кишинев через 2 дня, тогда вы спокойно можете сделать вот такую доставку, сервисный центр, а тут появляется сразу адрес, через 2 дня ваш заказ будет. Есть телефон горячей линии, всегда можно позвонить. Выбрали и идете, сохраняете заказ, нажимаете вот эту зеленую кнопку. Если вы живете в Кишиневе, но вы не хотите идти в сервисный центр, вам может принести домой курьер. Вот тут выбираете так, курьерская доставка. Дальше обязательно выбираете курьерская доставка по Кишиневу. Да? И тут проверяйте ваш адрес. Если при регистрации правильно было все указано, окей, если нет, то
лучше вот так нажать новый адрес доставки и пишите от руки улицу, дом, район, индекс, город Кишинев, и только после этого нажимаете заказ, сохранить заказ. Если вы проживаете в селе, в районе, и вам нужно получить свой заказ на почте, тогда смотрите, вы тоже тут курьерская доставка, но тут очень важно выбрать почту Молдовы, обязательно почта Молдовы. И тоже вот сюда нажмите новый адрес доставки и пишите от руки обязательно. Вместо улицы пишите вашу деревню, село, как называется. Дом, квартира, нет, просто прочерк. Район, обязательно ваш индекс, да, код поштал. И вместо города, опять же, продублируйте название вашего села. Да? И только после этого идете сохранить заказ. Если вы хотите бесплатную доставку, вот смотрите, тут есть список продуктов, из которых вы можете купить себе какой-то продукт, и тогда доставка будет бесплатной. Вот смотрите, предлагаются разные продукты в этом списке, да, продукт за доставку. Вот, если вы, к примеру, решили купить Люсию, да, водичку, вот, добавляете себе заказ вот тут, да, и вот смотрите, она уже в заказе, видите, водичка. И если мы идем и смотрим доставку, у нас она должна быть 0. Вот. Понимаете, есть возможность получить бесплатную доставку. Это очень здорово. Дальше идете, сохраняете свой заказ, нажимаете на эту кнопочку. Только после правильного тут выбора. Да? Успехов больших, отличных вам покупок.